Югра совместно с Ямалом предложила федеральному правительству рассмотреть возможность вывести в автономный округ земляков из Таиланда и Индонезии. Об этом Наталья Комарова рассказала во время прямого эфира в своем аккаунте в Инстаграме. Напомню, глава региона таким образом регулярно отвечает на вопросы жителей Югры. Власти страны централизованно вывозят соотечественников, которые в условиях пандемии не могут вернуться из-за рубежа. Правительство региона держит связь с земляками. Так, ранее за помощью обратились 43 человека – 18 югорчан уже вернулись в страну. Наибольшее количество наших земляков сейчас, находящихся за границей, в Таиланде и в Индонезии. Мы внесли предложение правительства Российской Федерации о том, чтобы нас включили в график этих чартерных перевозок, и мы могли вывести с югорчан, если брать югру и ямальцев, то это около 120 человек. Ну и если Тюменскую область добавлять, жителей Тюменской области, то думаю, что около 200 человек получится.